соперником быстро провести. Наступательную акцию. До играл все нормально, но Эдуардо забил гол на 81-й минуте. 3-2 волевая победа Арсенала после того, как эта команда проигрывала в 5-й минуте 0-2. Несмотря на все потери в составе, вот, как видите, одержал победу и то же самое сделал Арсенал. Наверное, стандарт доказать свое превосходство. Ну что ж, вместе с вами события из первых двух мировых дней для чемпионов обозревал Олег Пирожков. Всего доброго и до встречи.